Надеюсь, все здесь работает нормально. Приветствую вас, дорогие друзья. Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан твоей... Финальная битва. Это значит, что во время боя ты должен слушать меня. Геральт должен разбить отряд противника, а потом убить чемпиона Переростка. Этим боем мы вспоминаем битву 218 года. Всего ничего. Надеюсь, у нас все получится. Когда разбойничая ватага южан под началом Халлора Бурова напала на Тусент, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмерин вытянул короткую соломинку, значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет. Если мечом будешь махать так же ловко, как стрелял, мы победим. Удачи! Время пришло, судари мои. О, обкуренный! Выходим на арену! Обдолбанный, да. Бригада у нас еще та, так сказать. Риданец, нелюгардский наркоман. Этот еще не знает, что его арена мама... Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. Кому же добродетель в сражении не указ, пускай навеки проклят, тот будет в сей же час. Да. Раз я о всем об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным же в удел суждены лишь печали. Ну давай, Геральт, не подведи. Начинаем! Более времени не теряем! За Тусен! За княжество! За княгиню! И как вы, блядь, не научите? Ух ты! Геральт, надо... Без жалости! Скорее! Заставлю вас понести наказание! Да. Ах вы гады! Геральт, отходим. Я зарежу тебя, как свинью. Быстрей, быстрей! Стоять насмерть! Хали, руби, бей! Геральт, ты хорошо его подцепил. Конец. Готов. Ха-ха-ха. А, Геральт, молодец, ты увалил всех этих махлаков. Таких ожесточенных боев не видел свет. Ведь бились на арене лишь те, в ком страха нет. Так, осталось ядрен батон Переростка завалить. О, вот это соревнование. Я офигеваю. Выиграл лучший. Приветствуем его! Это Равикс из Черторога! Сил, как у льва, и еще немного! Ведь первым в каждом споре дала судьба ему. В последнем испытании сразиться должен он с могучим Грегуаром, что ныне чемпион, на той земле, где славный турнира миф рождет. Да. А я надеюсь, что запись идет. А то второй раз я так ловко не сыграю. Да. Да, Геральт. Ну. Уже пора.
выходите на арену. Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, что следует передать родным, если вас серьезно ранят? Хорошее напутствие. Спасибо, обойдусь. На бой. Мужественный рыцарь Радикс, прибывший из Черторога. Последнее желание хотите передать родным? Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный. Это Грегуар де Гаргон, герой и победитель давний. Вот ядрен батон. Желаю счастья обоим соперникам. Два гиганта стоят, из-под лобья, как волки взирая. Кто же выдержит это, любишь, а кто серебро, побежит, да? Словно сон? Дамы и господа, наш победитель и чемпион, не имеющий себе равных, не мой герой Грегуар де Гаргон. Ага. Да-да. А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров. Винодельни Бей Туфо для крепости костей. Ха-ха-ха! И реклама! Это ж классно, это ж надо же! Ага, умер! Геральт, ты молодец! Мы прошли с тобой весь турнир, ни разу не обосравшись! Это вообще, я первый раз так сыграл, чтобы... Ни разу не провалиться, да. Равикс, 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 Равикс. Ух, супер! Молодец, Геральт! Ура! Я действительно рад. Да безобразие! У Геральт, какой тебе венок-то подарили? Он поклялся любовью дамы своего сердца. Лаврушки хватит на целый год. Она помогла ему одержать эту великолепную победу. Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием. Сражался по-рыцарски, с честью. Поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Нужно поговорить. Не сейчас. Позже, в моем шатре. У меня еще остались обязанности. В баню собрался! Ведьмак! Но ты вообще прям Юлий Цезарь, да! Белиссимо! Супер! Молодец, Ведьмак, молодец я! Олдгеймер! Опыт не пропьешь многих боев. Часы тренировок на досуге. Ну ладно, теперь Здравствуй, надо еще госпожа. Правильно ты завершить. Решилась? Историю Вивиенны. Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Ясно. Вот что я хочу сказать. Думаю, сначала мы должны испробовать второй способ. Я уже говорила, это исключено. Дай мне закончить. Второй способ ненадежен. Может быть, сработает, а может и нет. Сработает! И я спасу тебя, о прекрасная Вивиенна! Что ты здесь делаешь, рыцарь? Сейчас в рожу получишь! Да, у Гильома гордый, добрые намерения. У него добрые намерения. Ты правильно догадалась, это он дал мне заказ, только чтобы помочь тебе. Не гневайся, госпожа. Я разделю с тобой эту ношу. Я обо всем знаю. Ты рассказал ему? Я знаю, что ты проклята, и что твое состояние ухудшается. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Моя тетка, графиня де Ланфаль, заболела некогда странной болезнью, которая подтачивала ее изнутри. Она угасала на глазах. Помню, как она говорила, что хуже всего не боль, а то, что она теряет контроль над собственным телом. Она была такой беспомощной. И я боюсь, что ты чувствуешь нечто подобное. Ведьмак сказал, твое проклятие. Возможно, удастся перенести. Я приму его, Вивиенна. Почему?
Потому что я люблю тебя. Я мог погибнуть на турнире. Пытался победить для тебя, Шарлей. Но я уже и сам вижу, как был глуп, рискуя без смысла. А теперь я действительно могу что-то для тебя сделать. Я не хочу никого отягощать. Сам видел, сколь чудовищно мое обличье. Ведьмак, я обращаюсь к тебе. Ты старше и, надеюсь, более рассудителен. Думаешь, это хорошая мысль? Конечно, нужно, стоит попробовать. Стоит попробовать. Думаю, на организм, достаточно развитый, проклятие подействует слабее, чем действовало на плод. Ты слышала, что сказал эксперт? Давай сделаем это вместе, Вивьенна. Ну хорошо. Я была готова к смерти. Тем более я готова на любое безумство. Тогда поедем к моему пруду в лесу, да? Едем, конечно. Раз мы уже все решили, не стоит терять времени. Поедем. Эх, ведьмак. Ну, турнир ты сделал. Молодец. Молодец, ведьмак. Теперь еще вот Вивьену спаси. И сегодняшний день не будет прожит зазря. С Вивьеной тоже тут сложные диалоги. Надо все время выбирать правильное. Что с ней стало? Не каждый раз получается ее спасти нормально. Ну, я вроде как запомнил. Что тут еще за сучка такая? Дай-ка дамажимся от зверей. У меня и меч-то другой. Вообще. Все дела. Ну, давайте, ребята. Удачи вам. Истинный облик. Ты еще можешь отступить. В этом не будет ничего постыдного. Нет, если ты с этим справляешься, то и я справлюсь. И все не так плохо. Для меня ты по-прежнему прекрасна. Давайте. Чушь. Закройте глаза и не двигайтесь. Гильем? Да, любимая. Если ты станешь таким же, как я, знаю я, не оставлю тебя. Вообразите себе свои отражения в воде. Сосредоточьтесь на этом. А теперь откройте глаза. Вот это шарахнуло! Охренеть. Подействовало. Геральт сам удивлен. Ой, их разбросало-то. Да, Гильем.
Ладно, не будем им говорить плохого. Пусть думают, что все было под контролем, а то обсерутся. Как вы себя чувствуете? Гильон, что-то изменилось? Меня будто тараном ударили, но никаких изменений не чувствую. Только кожа немножко зудит. Ты уверен, что все получилось? Да, что-то определенно произошло. Под этим прудом есть интерсекция. Это очень сильное магическое место. Кроме того, посмотри на Вивиену. Все нормально, госпожа. Что теперь? А что теперь? Теперь вы будете жить долго и счастливо. Известно, что вы будете жить долго и счастливо. И все-таки следи за собой внимательно. Если что, обращайся ко мне. Ясное дело. Спасибо, Геральт. О, и вот твоя плата. Ах, я смогу ходить на балы. Или уехать куда-нибудь далеко-далеко. Наконец-то свободна, как птица. Ты забавный. Я раньше как-то не замечала. Но ты же не улетишь без меня. Это мы еще посмотрим. Но я тоже должна тебя поблагодарить, ведьмак. Пожалуйста. И удачи вам обоим. Ну вот, как бы очень положительно закончилась эта история с Вивианной. Геральту удалось ее спасти, расколдовать, помочь Гильому выиграть турнир с первой попытки. Такого вообще даже со мной не было. Я молодец. И Геральт, и ты молодец. А мы с вами прощаемся. Увидимся в следующей серии. Разлука будет недолгой. Подписывайтесь, тогда будете всегда знать, когда выходят новые серии. Пока-пока, до новых встреч.